Пушкинский сквер открылся после реконструкции прямо в день города Щелково и сразу же полюбился жителям, став еще одним местом общественного притяжения. В минувшие выходные у фонтана можно было не только отдохнуть, но и научиться навыкам романтического латиноамериканского танца бачата. Мастер-класс провели профессиональные танцоры Рустам Шакиров и Анастасия Анисимова. Щелковцы с удовольствием повторяли движение, ну а закончилось представление зажигательным выступлением артистов прямо посреди водных струй.